Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня я хотел бы вам рассказать о китайском фенихе, который растет у меня в саду. Это растение очень полезное. В его плодах содержится витамин С 20 раз больше, чем даже в лимоне. Используется также кора и древесина этого дерева как лекарственное средство. В интернете много про этого информации про это растение. Самая большая беда китайского финика, что у нас оно повреждается унабиевой мухой. Я хотел бы всем посоветовать использование препарата Мостар для борьбы с вредителем этого растения. Мостар. Я использовал в этом году этот препарат, и использование дало очень хороший эффект. Видите, его плоды у меня почти не повреждены, совершенно не повреждены. В конце августа плоды начинают созревать. И можно плоды использовать как свежими, так же их высушив.